Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Наконец-то я прошу прощения, что я немножко пропала. Ой, короче, я приболела. Я уезжала, потом я заболела. Сейчас вот я тоже болею, но не могу не снять мукбанг. Я думаю, по голосу слышно. По моему внешнему виду тоже слышно. Короче, всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. У меня сегодня, смотрите, мои любимые макароны, сосиски, вернее, мои любимые сосиски с макаронами. Макароны, знаете, мелкая такая лапшичка, я обжаривала с колбаской, с яйцом. Огурчик порезала, помидорка у меня есть, и суп куриный, лапша, вот что-то захотелось супа, когда болеешь, знаете, вообще есть особо неохота. Но я так по вам соскучилась, что очень хочется уже отснять мукбанг. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита, давайте это делать вместе. В общем, тут у меня... Я чуть-чуть майонеза добавила. Добавила еще сюда репчатый лук, так как я болею. Вот. Просто куриный супчик, картошечка, курочка. Немножко вот этих макарошек мелких. Я не знаю, добавляете вы или нет, паутинку. И укроп. В общем, и мазика добавила. Но так вкуснее будет. Ни разу не снимала, кстати, куриный суп. Ну вот, видите, не только борщ, не только борщ. Ой, как вкусно. Я, конечно, наверное, это все не съем, хотя... У меня есть горчичка. У меня есть горчичка, сосисочки. Это я вчера делала, в общем, мелкие макаронки, отварила, обжарила лучок, как он называется, лучок этот, репчатый, обжарила с колбаской, но колбаску уже не видно. Добавила туда макароны и залила яйцом. Мне мама так в детстве делала, мне очень нравилось. Лука я сюда добавила, лучок репчатый в суп, прям сырой. Когда болеешь, надо есть лук. Да ведь? Да. На мою голову вообще не обращайте внимания. Я уже несколько дней не мыла. Потому что я, когда болею, я не мою волосы. Не мою голову. Не знаю, как вы, но я так. Особенно, если есть температура. У меня сначала Ева чуть-чуть приболела. Но она как-то на лайте у нее это все прошло. А я прям вообще... Вчера мне прям вообще плохо было, конечно. Как вкусно. Я уже не могу дождаться, когда тепло будет, а? У нас на улице дубак. Сегодня ночью минус 20 было. Ощущалось, во всяком случае, как минус 20. Вязанка. Пью клюкву, короче, и днем, и ночью. Вы когда болеете, пьете клюкву? Макарошки мелкие, я прям ложкой их. Такое, знаете, блюдо из детства. Короче, все, все, что было. Ну, что значит, когда аппетит появился. Вкусно. Я две ночи нормально не спала. Голова болит. Нос заложен. Ой, капец. А сегодня у меня вообще ночь веселая была. Ну, видите, я где-то сижу. Надо, короче, переезжать из этого дома. Из этой квартиры. Нет, из этого дома надо переезжать. У нас вчера опять отключали горячую воду и отопление. Какая-то авария произошла, короче говоря. Ладно, бывает, все это старое, теплотрасса старая, все старое. Там до 8 вечера, что ли.
8 вечера начали давать все. На кухне есть отопление, в детской комнате есть отопление. Вода горячая есть. В зале и в спальне отопления нет. Квартира за день выстудилась. Представьте, у нас на улице минус 20. Время вечер. Причем это уже второй раз такое. Ну и все. И всю ночь мы были без отопления. В комнатах. Это вообще... А получается, квартира же остыла в любом случае, отопления целый день не было. Это же зима, и кухня с одной комнаты явно не прогреет всю квартиру. И только в 11:30 сегодня утром, в обед уже можно сказать, дали отопление. Нормально, Сейчас, секундочку, ребенок написал. Так, ну, дочка написала. И вот вы представьте, да? Зимой без отопления у нас там в чате, ну, чат дома, короче говоря. Все возмущаются. И это уже второй раз вот за месяц, наверное, такая фигня. Ну, не за... ну да, за месяц. Типа... Ну, где-то стояки работают, где-то нет они. То есть запускают, да, там в подвале, я не знаю, просто это все системы. Но это не проблема у людей же. Что там где-то что-то надо потом продуть, или я не знаю, что сделать. Почему люди до утра должны ждать? Я в шоке. Короче, надо в частный дом переезжать, я же говорю. Как вкусно. Как вкусно. Ну, как много. Такой сумбурный быстрый мукбанг. И она тут такая жалуется. Ну, это ненормально просто, ну, согласитесь, друзья. Люди же звонили, говорили, что нет, там-то, там-то. Я, конечно, потом включила этот, вот здесь в комнате кондиционер на обогрев. В другую комнату калорифер поставила, эту печку. Ну, а как? Потом фиг знает, какие счета придут за электричество. Такие деньги дерут за вот эти вот коммунальные услуги. Ну, неимоверные. И не могут их должным образом оказать. Кошмар. Короче, я объелась. Еще раз прошу прощения, что я так немножко пропала. Нет, сосиску я, конечно же, доела. Вкусно. Ну, все мы люди. У всех есть свои дела, заботы. Все могут заболеть. Ну, ничего, скоро весна. Тяжело. Февраль, мне кажется, это такой депрессивный уже месяц, когда ты вроде бы уже вот-вот на пороге весны ждешь уже. Выматывает эта погода зимняя, конечно. Вот я хочу в тепло куда-нибудь переехать, реально. Все, короче, нажаловалась такая. Я прошу прощения, что-то у меня сегодня прям такой ролик. Вот. Еще раз прошу прощения за голос и за все остальное. В общем, на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита, приятного просмотра и всем пока.